Ладно. Давай так. Понапридумают херни всякой. А ты тут сиди, старайся выиграть. Ну-ка проверим сначала. АСД не работает? Не работает, только В. А как фейковать? Фейковать-то как? Кто-нибудь расскажет? Ладно. Это, кажется, будет проще, чем я думал. Да блин. Непривычно, ты нажимаешь АД, оно не работает. О, спасибо, дружище. Не успел порчу сломать, дружочек. О, привет. Красивые вещи. Пойдем с этой стороны. Хорошо. Лик мрака до сих пор действует, кстати говоря. Пока работает. Так. Как тяжело, а? Ну погнали дальше. Ну это регион, что вы хотели? Так. Там порчи, скорее всего, сейчас будут ломать. У них просто бесконечная. Бесконечный лик мрака какой-то. Слушай, а у меня столько, только СВ получается лучше, чем СВ СД. Ну это же вообще красота, ну. Они орут еще вечно, не могут сломать порчу. Ой, как это забавно, а. Такс. Побежали, а то порчу сломают. Нам этого нельзя. Ты какаха! Тебе жопа. Ну это не должно было сработать, вы же понимаете. Эти фейки, конечно. Ну лик мрака еще работает. Понимаю. Блин, все, лик мрака не работает. Все, веселье закончилось. Как фейковать, серьезно? Боже. Что? Вы видели, ослепление прошло, когда?
Ну все, все, киберкотлета попалась. Здорово. Здорово. Че, она будет лечиться, нет? Мы не успеем. Грустно. О! Этот скинул, сейчас этот здесь скинет. Хорошо. Тонаточка в 4 работает это. Просто обходим. Ага, пойдет. Мне кажется, самое тяжелое вот в этом Легион вперед, это то, что... Это рука донести тяжеловато. А в целом он на 5 генах, пожалуйста, ни капли не актеры. Ни капли вообще не актеры. Спасает, нет? Ну ни капли не актеры, ну. Ну ни капли вообще, ну. Какие, ну что, кто такие актеры вообще? Давай так, начнем с этого. Вон, видишь, ослепить пыталась? Пыталась. Все. Че с ними? Я вообще не понимаю, они просто сливают на ровном месте. Неужели так тяжело играть против Тонатки на Легионе, не пойму. Хорошо. Пойдет. Во, видите, пытается ослепить. Но чувак играет. Очевидно же играет. Она дальше пошла. Оу. Это нам нравится. Но это уже смешно. Так. Даже не вижу чела. Жалко, лик мрака вырубили, конечно.
Опачки. Ну, окажется, не последний раз. Или последний, давай посмотрим. Последний. О. Вот это фейки. Работает же. Блин, не, мы ее вешать не будем. Ребят, ну некрасиво. Мементо хочу. Еще одну хотя бы. Послышалось, что кто-то чинит. Я сейчас ее еще и проиграю, короче. Мне сейчас еще и двое сбегут. Все, я нашел, ребят. Я его нашел. Шачкар.